Итак, уважаемые зрители, мы, как всегда, перемещаемся на forcedrop.top, и сегодня мы, как всегда, разыграем маленький мини-бонус, но зато очень приятный и доступный для всех. Итак, мы разыграем 300 рублей на ваш Kiwi-кошелек, и все, что вам нужно сделать, это написать 1215 комментариев. Вот я думаю, что этот видосик наберет много просмотриков, поэтому, ребята, и комментариев должно быть дохрена. Давайте, пацаны, лайки, актив, и уже завтра в прямом эфире в моей группе ВКонтакте я буду вынужден и обязан подвести для вас итоги. Все, погнали смотреть ролик. Но перемещаемся мы, ребята, на forcedrop.top с балансом 8252 рубля. И у меня есть два промокода, которые дают вам 30% к пополнению. Первый промокод — это год, это 30% к балансу. Ну и второй, соответственно, тоже бог, это по-русски, тоже дает 30% к балансу. В общем-то, в описании, в закрепленном комменте это все размещу. Пользуйтесь и получайте халяву. Ну а с нами сегодня, как всегда, Санек. Всем привет, дорогие друзья. И он попросил меня опять задепать на forcedrop, чтобы подкрафтить тут кейс, потому что он говорит, что сайт один из его любимых. Это правда? Да. Давай, поскольку сайт тебе больше всего нравится, ты, наверное, наверняка слушаешь, да, как разговариваю, шаришь, что здесь больше всего нужно открывать. Погнали. Больше всего? Здесь сразу нужно... с вип-кейса начать, нет? Нет. Чинит? С вип-кейса мы не будем, мы начнем... Дружко же, да? Ну давай, давай, дружко, тот самый дружко кейс. Хайпанем немножечко. Помните тот самый нотки протеста от дружко, когда он еще хайпил? Ну что это такое, Сань, ну? 400 рублей ты собираешься потратить на открытие Gaben Case. Gaben Case, окей. Ладно, давай. Давай, нога, элитное снаряжение. И вот как бы ты не окупился, Александр. Ну, что ты будешь делать дальше? Ну как ты понимаешь все, да, но а вот что толку-то? Что ты будешь дальше делать, пойми? Что я буду делать? Этот сайт, он должен выдавать дорогих кейсов. Не открывай дешевые. Давай, вот, солидно. 10 раз, ну на пацана, ну можно же разочек. Ну, вот, 3500, смотри, 100% окуп нас ждет. Прямо сейчас, уважаемые зрители, вас ждет миллионный окуп. Смотри, шедевр есть. Обезьяночка. Это 4600, на 1000 ты в плюсе, друг. Просто на 1000. Так. Давай еще 10. Давай. Мне кажется, еще 10 однозначно дадут больше, чем предыдущие, потому что 1000 плюс это все-таки несерьезно, с учетом того, что даже продавать на маркете, ну, это все мелочи. Смотри. Но... Да, по-любому. О, продавай. Я тебе говорю, дружко, это тема. Еще 10 полетело. Полетело еще 10 кейсов, зрителей. Если вы как бы оцениваете контент по достоинству, с вас лайк, подписка, колокольчик. Ну давай удар молнии, пожалуйста. Ну, что-нибудь, да. А вот смотри, очень много розового. Это опять окуп, я тебе говорю, 3900. Не такой большой, но 400 рублей плюсом есть. 400 рублей плюсом есть, а это значит, что мы уже можем и хотим открывать еще дружку шоу. Почему нет? А почему нет? Сейчас посмотрим, сколько выпадет. И ну, я хочу... Ой! Неплохой дроп опять же тебе выпал, как мне кажется. 5200, Санечка, ёб твою сеть. Все. И еще дружку надо нет открывать. Ну как нет? Мы не будем. А продавай все, что у тебя есть, слышишь? Что ты как это? Не экономишь. Ты что, эконом-класс? Давай. Пацаны хотят мяса, вот. Ну правильно, ну конечно. Тебе скоростной зверь выпал. Спорим? Я увидел. Ты уже спойлернул. Ну да, я спойлернул, ребят. Ну а что такое помойное ведро? Дай-ка в руки педагогическому человеку с образованием высшим, как говорится. Вот. Что у нас имеется при себе? Ну подожди, не продавай ты все. Ну а почему нет? Ну, я могу контракт сделать из говна, да, и палок. Как говорится, ребят, ну нажимайте вы кнопочку. И то из говна и палок на 3000 выходит? А, не ожидал. Не ожидал нисколечки. А вот так, нахер. 10000. Продать. Да что ж ты делаешь? А что ж мне, еще вот это может я продам? Саня, ты риски любишь? Скажи мне. Подожди. Да. Подожди. 17 тысяч мы с 8 сделали, ребят. Я все... Максимальный лайк. Вот и перчаточный кейс, почему ни разу не открывал вообще в жизни, пацаны. Хотят, просят, ты не открываешь. Перчаточный? Да, ну все ли ничего ясно, минус. Давай 10 раз его откроем на 5 косарей денег вообще. Давай. Все, что выпадет, блин, в благодарительный фонд. Детям. Так, уважаемые, что нам выпадет? Императрица есть. Все, это окуп колоссальнейший. Продавай все. Ну продавай, но я умоляю, не оставляй ты эту мелочь. Ну как нам еще 10? Еще 10 полетело. Вы сумасшедший. Мне что-то говорил про азарт. Я понимаю. Просто 5000 рублей тратится на коробочки, на ящички, ребята, которые могут, между прочим, ничего и не выдать. Это еще 5800. Ты опять на косарь в плюсе. Продавай.
И мы уходим. Уходим. 19 тысяч на балансе у тебя. Мы фактически вернули тот проигрыш, который был, и он хочет открывать на живой. Что? Стой. Пожалуйста, я вот ты зря не закрыл. Дай-ка. Ты зря не закрыл лайфленду, потому что нам выпал нож. Обоссан. Наваха. Патина. За обоссанных 4 тысячи. Мы минус 10 тысяч сделали. Я предлагаю в срочном порядке эту всю тему камбэкать. Вот. Если он не выпадет, я буду в шоках. А он не выпадает. Подожди. И... Ну можно я хочу. Ты нам уже проиграл 10 тысяч, Сашка. Я как бы сейчас верну. Какие у тебя были предложения? Давай, после этого контракта я тебя все-таки послушаю. Ну, уже нет. Как нет? Потому что если сейчас не выпадет... Ну, с контракта может все. Force Drop с контракта — это чудная вещь, как бы, видишь? Оп. Подожди. Давай вип-кейс. Хватает, по-моему? По-моему, хватает. Нет. А у нас есть 1000 бонусов, слышишь? Бонусы для этого и нужны, чтобы хватать, когда надо. Оп. Смотри, как с бонусов на 1200. Ребята, бонусы — это очень нужная фишка, не забывайте про них. Смотри, о, 1300 на халяву нафармили. А, итак, давай тогда, получается, откроем вип-кейс, да, ты говорил? Да. И все. И 7500 кармашек. Почему нет? А почему? Ну только давай не говно и палки, давай что-нибудь интересное, мы бы вывели... Стой! А, нет, не стой, там 100 миллионов. Давай закончим на этом роли. Да. Отличное. Все хорошо. Завершение, 9400, да. Ребят, шикарно, и давай, вот у нас еще есть время, и еще есть баланс. И мы откроем вот рандом классифит. Как это читается, не понимать. Поджигатор. Кортисера хорошо, Франклин и вот эта херня не очень. Давай, наверное, контракт, только еще хочу немного приперчить армейкой. И вот еще и запрещенка. Ребят, ну, в принципе, если ролик вам хоть чуточку понравился, заводите пальцы вверх. Куда ты? Ну, вот так вот, я ж не специально. Чуть не сделал, кстати, хорошо, что ты остановил. Я реально чуть не сделал контракт, заговорился. 280 рублей. Ну, что, давай с них как-то послабим. Я хочу до 1000 дойти вот такими методами, так сказать. А потом, уже с 1000 пробовать сразу 3. Как думаешь, у нас хоть малейший шанс есть? Ну, в принципе, не знаю, если он сыграет, стопандра есть. Смотри, 500 рублей из 250 мы уже сделали, это x2. И сейчас, наверное, вот таким образом. Ну, не знаю, выиграем, не выиграем. В принципе, стоямба. Отлично. Блин, прикинь, мы еще что-нибудь сможем сделать, кроме помимо перчаток. Это будет, конечно... Неплохо, но я в это что-то слабо верю. Нет. Да. Ладно. Ну что, друзья, понравился ролик, ставьте лайки. Эти перчатки мы будем с легкостью, с удовольствием забирать. Forcedrop.top. В общем-то, начали с 7 тысяч, вывели перчатки. Все супер, отлично. Кто не видел прошлые ролики, обязательно посмотрите. Ну, а с вами был сегодня Александр, Данила и все. Все остальные. Пока-пока.